У меня растут года, будет скоро 30. Где работать мне тогда? Где пригодится? Нужные работники, офисные гопники. Клацать кнопки мудрено, сиди ровно, как бревно. И печатай на компе, будто не плевать тебе. Посиди часок ВКонтакте, посмотри на потолок, засунь в брюки свой характер. А вот начальника, сынок, тренируй язык вверх-вниз. Только помни, оптимист, все равно всем наплевать. Посидел весь день в кровать. Быть планктоном хорошо, но в Макдаке лучше. Я на кассу бы пошел. Пусть меня научат. Много лучезарных харь. С января и по январь. Чизбур мега супер кинг и ребенка мерзкий крик. На полу лежит лучок. Положу его в бигтейсте. Нагрубили. Ну и чё? Кушай, гнида. Морда тресни. Быть кассиром хорошо, но настройки лучше. Я в Узбекистан пошел. Пусть меня научат. Там такие ловкачи вверх кидают кирпичи. Не уронят же уморы, не строители, жонглеры. По ночам в одной квартире 30 спит за раз. Отработали, курили, а потом и на намаз. Быть узбеком хорошо, но в охране лучше. Я б в пятерочку пошел. Пусть меня научат. Посидел денек, залип, посмотрел в ютубе клип. Выгнал пару ветеранов, алкоголиков, смутьянов. Но нормальных пацанов, избегая взглядом, выгнать был я не готов. Впрочем, и не надо. Быть в охране хорошо, но быть в школе лучше. Я бы учителем пошел. Пусть меня научат. Расшалилась детвора. Жертва в туалете. Призван будет сатана. Прямо на паркете. Как тюремный надзиратель я хожу с дубиной, чтобы деточки меня в школе не убили. Плакать в школе хорошо. Но председателем правительства Российской Федерации быть лучше. Я бы в Медведева пошел. Пусть меня научат. Денег нет, но ты держись. Слушай, парень, это жизнь. Я приехал в лимузине. Денег нет, не привозили. Улечу на вертолете. Деньги не моя забота. Если деньги мы найдем, то тогда и заживем. Депутату хорошо, олигарху лучше. Я бы воровать пошел. Пусть меня научат. Лох не волк, не убежит, переплатит, покричит, но потом вернется вновь, приведет своих сынов. Голодают люди, вся одежда в дырках, а у олигарха золотая вилка. Олигарху хорошо, но Альфонсу лучше. Я бездельничать пошел, пусть меня научат. Из красавицы женой к папке олигарху. Слушай, друг мой, пожилой, отдавай-ка бабки. Как устал пахать за всех. Заслужил я отдых. Быть Альфонсом, вот успех. Вот залог свободы. Книгу переполошив, намотай себе на ус. Все работы хороши, выбирай на вкус. Все профессии равны, есть такое мнение. Но какие-то из них все-таки равнее.